Короче, экстренное включение. Тут чел жалуется то, что у него не хватает денег на лазерную пушку. Я добрый, в принципе, давайте поделюсь. Сейчас он в пустыне говорит, давайте я за кого, за поддержку встану. Так, бежим. Оружие. Так, где он? О, привет, 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 это я. Так, давайте дам 500к. 500к. Все, держи. Смотри, идем. Тут нажимаешь, и там лазерная пушка. Советую еще рюкзак улучшить. Максималка. Почему нет? Подожди. Ты купил? Смотри, если ты купил, она у тебя не появилась, просто перезайди за профессию. А ты урод, что ты ее принес ко мне? Стой, дай. Стой, идиот. Ее нету? А сколько она стоит? 525 миллионов. Да, я сзади. Иди сюда. На полмиллиона долларов. Надо кинуть ему еще 10к. На, держим. 5 минут ты еще и заработал. Прикол в том, что я этого человека в первый раз вижу, и я ему дал 500к. Прикольно. А я тогда другой человек. Ну-ка, да, а я тоже другой человек. Нет, я не дам. Это пушка подёжная просто. Просто я заработал 1 миллион. 1 миллион. Слушай, я этот 1 миллион могу за, ну, минут 30 заработать. Проходи. Ой, и корочка. Смотри, что о, я привет, купил. Сладкий. Раз и два. Вот это круто. Блин, красавчик. Короче, я челу только что отдал 500к. Просто так. Я уже понял. Да, мне делать нечего. Ну ладно, а я вот здесь вот эту штуку построил, и теперь мне весело. Понятно. Ну вот, собственно говоря, не буду монтировать, сразу так и выложу. В общем, денежку дал человеку, пускай он развивается, может, он меня там запомнит, надеюсь. Ну, в общем, спасибо за просмотр, если вы это смотрели. Ну, все, всем пока. Мне надо скоро идти на день рождения. Да. Да, на квестик пойдем. Моему другу передаю Мише с днем рождения. А я пошел.